Трагедия в деталях. Так выглядит инсталляция о годовщине депортации крымских татар автора Абдульвахаба Сейдхалилова. По центру мы можем увидеть Крым с довоенными настоящими названиями сел. А снизу лежат как раз-таки эти названия с обгоревшими краями, что символизирует нашу постепенную утрату связи с ними. Также мы можем увидеть мешки, которые висят на всей инсталляции. Это мешки, в которые за 10 минут успевали положить совсем немного. Хоран, какие-то фотографии родных и близких и немного еды. Снизу все обвито проволокой. Это символизирует спецпоселения, в которых находились крымские татары до 1956 года и откуда им был запрещен выход. Также мы можем видеть обрезанные, обожженные фотографии. Это фотографии, сделанные Усейном Баданинским до войны. Там различные люди, все они оказались в местах ссылки, кто-то умер от болезни, кто-то от голода, кто-то в пути. И эти картины символизируют испорченные судьбы, боль и кошмар того времени. В рамках акции студенты раздавали траурные ленты и брошюры с информацией о депортации крымских татар, данными о потерях и ссылками на интервью с очевидцами.